Одна из акций, прошедших в регионе 9 мая, «Звонок ветерану». Ее участники связываются с ветеранами по телефону, чтобы поздравить с Днем Победы. К этой акции присоединились и депутаты фракции «Единой России» в Совете депутатов Одинцовского городского округа. Они поздравили 167 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципалитете. Работу с ветеранами «Единороссы» ведут в рамках проектов «Историческая память» и «Старшее поколение».